У каждого есть 5 копеек и 2 минуты, вот мои 5 копеек за 2 минуты. Жизнь несправедлива, равно как и бизнес. Слушайте, вы можете буквально все делать правильно, создавать лучший продукт, предлагать лучшую цену. Оказываться в нужное время, в нужном месте, в лучшем секторе рынка, но все равно не получать отдачи. И вот что я вам скажу, чтобы прийти к успеху, чтобы действительно добиться своей цели, вам необходимо полностью, и еще раз, полностью отдаваться своему делу, потому что жизнь преподносит не всегда приятные сюрпризы. Реальность такова. Для многих людей на этой планете жизнь хороша. Для слишком многих людей жизнь плоха, ужасна и невыносима. И лишь для мизерного процента людей она великолепна. Мы постоянно слышим разговоры о великолепной жизни, постоянно слышим разговоры об ужасной жизни. А вот о своей некогда хорошей жизни люди обычно вспоминают лишь тогда, когда все катится к чертям. Послушайте, существует всего два варианта. Жизнь великолепна и жизнь несправедлива. Равно как и бизнес. Это так. Я познал это на собственном опыте. С моим бизнесом случались вещи совершенно несправедливые, вещи, о которых я даже помыслить не мог и которым не был готов. Вот почему сейчас я пытаюсь подготовить вас. Просыпаясь каждое утро, вы должны говорить себе: «Окей, жизнь несправедлива». Так и чего удивляться неприятным событиям в своей жизни? Кто-то въехал в вашу тачку? Ничего удивительного. Клиент не явился на встречу? Ничего удивительного. Спад в экономике? Ничего удивительного. Если только вы не уверены, что жизнь справедлива и бизнес справедлив. Нет, друзья, жизнь несправедлива, равно как и бизнес. Это реальный мир. Вы уже взрослые детишки, жизнь несправедлива, бизнес несправедлив. Возьмите себя в руки, проявите себя, скажите: «Я стану успешным, несмотря ни на что. Я сделаю это честным путем, несмотря на других. Я добьюсь своего».